어느 맑은 봄날 однажды 바람에 이리저리 휘날리는 славным весенним днем ученик смотрел на ветви, качающиеся на ветру. Он спросил своего наставника: "Чёсен, дамукаджига умджигинен гомника?" Учитель: "Парами умджигинен гомника?" Это ветви колышутся или ветер? Сосын, даже не посмотрев, куда указывает ученик, усмея маретта. Наставник улыбнулся и сказал: "Мурут, это колышутся не ветви, дамукаджиду анигу, и не ветер, парамду анимя. Это колышутся твое сердце и маампунида, и разум." Господин, спуститесь на секунду вниз. Зачем? У нас проблемы. Хорошо, я разберусь. Главных ролях И Бьон Хон, Ким Ён Чоль, Шин Мин А, Ким Хэй Ха, И Ки Йонг, и другие. Прошу прощения. Наш клуб закрылся. Прошу вас встать и удалиться, прежде чем я досчитаю до трех. Один. Два. Три. Сядь, мудак. Минги, запри дверь. Продюсеры О Джон Уан и Йо Джин. Да, босс, я переведу деньги утром. Хорошо, мы закрываемся. Автор сценария и режиссер Ким Дже Ун. Сладкая жизнь.
Ты вчера все уладил? Да, господин. Хорошо. Ты всегда все улаживаешь. Похоже, это сынок председателя Бека у нас пошумел. Да. Вряд ли это были люди самого председателя. Его сын раньше был ростовщиком, я слышал. Он интересуется этим бизнесом. Пожалуйста, морские ушки. Говорят, что он начал вести дела с Юго-Восточной Азии. С чего это? Он ходит по клубам, где работают русские девушки, и заставляет их менять русских на филиппинок. Кретин. Разумеется, сынок весь в отца пошел. Это я. Это Мунсук. Чего я поперся на своей тачке? Надеюсь, я не помешал? Все, хватит. Что, идите? Ушки? Мне тоже принесите. Сейчас, господин. Извини, насчет вчерашнего. Как такое случилось? Я же отлучился всего на секунду. У тебя и наверху полно забот. Эти вчерашние, они местные. Босс, ни о чем не беспокойтесь. Чем ты занимаешься? Что? Вот так ты ведешь дела? Да, просто шел отсюда. Жди меня там. Шевели мозгами. Сейчас у тебя все идет хорошо. Но мир непростая штука. Можно 100 вещей сделать правильно, но одна ошибка может погубить все. Я буду помнить об этом. Я постараюсь договориться с председателем Беком. На самом деле я позвал тебя сюда вот зачем. Завтра после полудня мне нужно слетать по делам в Шанхай. Перед отъездом хочу попросить тебя об услуге. Дело в том, что... Налей-ка мне. Да, босс, простите. Говоря на чистоту, у меня есть молодая подружка. Она мне очень дорога. Она не такая, как мы с тобой, она особенный человек. Тебе что, совсем не интересно? Мои поздравления. Какие поздравления? В общем... Мне кажется, что у нее кто-то появился. Крутится рядом с ней какой-то молокосос. Это меня с ума сводит, а сказать никому нельзя. Знаешь, ты ведь единственный, с кем я могу об этом поговорить. Больше никто не знает, как сильно это гложет меня. В общем, эти 3 дня присмотри за Хесу. Присмотреть? Последи за ней. Позаботься о ней. Посмотри, есть ли у нее кто. Может, этот гаденыш ее просто достает. Выясни, отдалась ли она ему телом и душой и все такое. Ты же знаешь, молодежь. Сначала рукой легонько по плечу, потом рука в руке, потом поцелуй, а потом, ну, ты знаешь, как это бывает. Такое случается. Только мне невыносимо думать о том, что она так делает. Глупо, да? Отнюдь, босс. Глупо. В общем, выясни, с кем она встречается, и что они делают, когда они встречаются. Эти 3 дня, и все. Вот. Это адрес Хесу и ее телефон. Я надеюсь, что они не встречаются, но если они встречаются, если тебе покажется, что между ними что-то есть, сразу звони мне или сам их прикончи. Что? Ты же знаешь, я не терплю лжи. Любовь уже не любовь, если тебе лгут. Вот мой шанхайский номер. Прямой.
Доброй ночи. У тебя девушка есть? Никого нет. Ты когда-нибудь любил? Никогда. Никогда. Вот почему я доверяю тебе эту работу. Вот почему ты мне нравишься. Поехали. До свидания. Президент Кан велел передать это лично вам. Да? Что? Президент Кан велел передать это лично вам. Что это? Забавная лампа. Это так на него похоже. Кёмнео. Мило. Кёпцё. Правда? Да? А не азик. Еще нет. Больсо? Уже? Чакаман. Подожди. Президент Кант сказал, что я сегодня буду вас возить. Не нужно. Все в порядке, вы можете идти. Он сказал, чтобы я сам вас отвез. Я ему скажу, что отпустила вас. Что ж, тогда до встречи. Если вам что-то понадобится, звоните мне по этому номеру. Все в порядке, мне ничего не нужно. Ну ладно, давайте. До свидания. Эсу, Эсу.
Любит они погулять. Может, потому что молодые еще? Почему она не выходит? Привет, Мунсук. Все в порядке? Мо? Что? Слушай, этот председатель Бэк, вот приставучая зараза, звонит мне и звонит. Спрашивает, как мы могли так обойтись с ним? Говорит, что ты его опозорил. Говорит, что ему непременно нужно с тобой повидаться. Я сказал ему. Нет. Ваши парни сами взорвались. Но он все равно настаивает на встрече. Слушай, звонит мне каждые 10 минут. Пожалуй, тебе... Кто там еще? Вот. Ну вот, 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 опять он. Слушай, мне это надоело. Разберись с ним. Алло, это Ким Сун Ву. Хотите мне что-то сказать? Приезжайте сами и скажите. Я разговор закончил. Все, разобрался. Алло? 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 Бэк Тайщик, президент агентства Бэк Сан. Сука, трубку повесил. Хам. Алло. Может, я? Отвали. Че ржешь? Тебе смешно? Прикольно? Ходишь и улыбишься, как идиот. Поэтому тебе и достается. Урод. Посмотри на меня. Посмотри. Смотри. Смешно? Простите меня. Простите. Смешно тебе? Смешно? 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 Что ты делаешь? Так только хуже будет. Вообще-то это твоя работа. Я все сделал, потому что тебя не было. Такими проблемами занимаешься ты. Они хотят начать дела с нами и раздавить нас до того, как мы пожмем руки. До тебя это не доходит? Что еще тебе объяснить? Ты мне теперь лекцию читаешь? Телефон, дай мне телефон. Да, босс. Пожалуйста. Ты что, совсем без мозгов? Он что, с голосовым набором? Тебе не кажется, что нужно набрать номер? Мне его ртом набирать? Кретины, чертовы. Позвони в Самсунге. Мунсуну. Да.
Вы не ответили по сотовому, поэтому я оставляю вам сообщение. Если у вас есть время, мне нужно, чтобы вы мне помогли. До 3 часов дня. Потом я вас отпущу. В общем, если вы услышите мое сообщение... Алло, это я. Да. Во сколько? Сейчас. Я буду максимум через час. Я выхожу. Господин Санг говорил, что вы жутковатый тип. Да. Он так сказал? Так и сказал. Вы один из его боевиков? Я же вчера дал вам карточку. Я работаю в отеле. Значит, вы гостиничный боевик. Я не из таких людей. Скучно с вами разговаривать. Можно вас спросить? Конечно. Как вы познакомились с... Одну секунду, я сейчас. Хорошо. Сколько стоит эта красная лампа? 280 тысяч вон. 280 тысяч? Спасибо, до свидания. До свидания. Пошли. Что вы хотели спросить? Почему я встречаюсь с господином Кангом? Да. А почему вы спрашиваете? Просто так, можете не отвечать. Здравствуйте. Привет. Давайте я возьму. Извините. За что? За такие вопросы. Ничего страшного. Спасибо, что уделили мне время. Я не хотела завтракать одна. Если хотите посмотреть, можете войти вот в ту дверь. Как вы вернетесь домой? Отсюда легко уехать. Я поймаю такси. Ну, вы готовы? Да. Да. Окей. Хорошо. Да. Да. Начи. Thank you.
Привет, Минги. Тут к вам утром приходили. Кто? О Мусунг. Вы его знаете? Вид у него свирепый. О Мусунг? О Мусунг? Не знаю такого. Что еще? Мунсук вас ищет. Дайте ему трубку. Нет, Минги, не надо. Я еду. Скоро буду в отеле. Так, так, так. До дна. Кто-то пришел. Эй, Ким, иди к нам. Это Ким? Да, я вам о нем говорил. Привет. Ну иди сюда, иди. Ну подойди на секунду. Джи Хьюн, это место господина Кима. Иди сюда. Садись. Что ты вечно скрываешься? Не говоришь, чем занимаешься? Что происходит? Выпей. Девочки, уйдите. Живо. Ну ты чего, не порть нам веселье? Расслабься. Знакомьтесь. Это господин Бэк, президент управляющего агентства Бэк Санг. Здорово. Извини, что тогда нахамил. Похоже, мы друг друга не поняли. Мы поэтому явились сюда. Слушай, это... Мы друг друга поняли. Вы что думаете? Мы по-вашему кто? Слушай, Сунву, помолчи. Больше не посылайте ко мне своих людей. Сунву. Сегодня он здесь мой гость. Твою мать, зачем ты так со мной? Зачем? Затем, что ты такой. Ким Сунву. Ты думаешь, весь мир твой? Не делай того, о чем пожалеешь. Ты идешь? Потом вы идите. До свидания. Пока. Кэсу. Привет. Хорошо прошло свидание? Очень смешно. Где ты сегодня ночуешь? Спасибо. Ну так что? Я тебе завтра позвоню. Позвони. Да, Минги. Кто ж так водит? Нет ничего. Это я не тебе. Что, Мунсук? Ты спускался в клуб?
Да, хорошо. Алло? Кто там? Сэйюн, не надо. Сэйюн, прекратите, хватит. Ты знаешь, кому я звоню, да? Скажешь что-нибудь напоследок? Или сам их прикончи. Вот как мы поступим. Я дам вам шанс. Слушайте оба. Вы больше не будете встречаться. Все, что было сегодня, не происходило ни с кем из нас, включая меня. Этой минуты просто не было. Мы ее сотрем. Не только из вашей памяти, но и из ваших привычек. Не говорите, что это тяжело. Потому что вы не знаете, что все может усложниться еще больше. Обсуждать больше нечего. Давай, одевайся и уходи. Сэйюн, не уходи. Сэйюн, Хэсу, остановись. Хэсу, оставь меня. Слушай меня. Пусти. Это
Ты правда думаешь, что мы просто забудем о том, что было сегодня? Я... Ты правда так думаешь? Я искал лучший выход из положения. Хорошо. Ты можешь идти. Хесу. Мне больше нечего сказать. Ты понимаешь, что мне нечего сказать? Мне сказать тебе спасибо за то, что ты спас мне жизнь? Пожалуйста, уходи. Я сделаю, как ты сказал. Хесу. Так быть не может. Ты знаешь, что это нельзя стереть. Ты, опусти стекло. Придурок. Чё ему нужно? Ну чё тебе? Кто здесь? Да. Выходите. Давай, секретарь! Мразь вонючая. Давай. Выходите. Она! А ну живо. Ты один? Ну давай. Я Омусунг из Самсунгё. Из Самсунгё, не из Самсунгё, иди сюда, мне надоело болтать. Пожалуйста, успокойся. Я просто должен передать тебе послание. Ты от господина Бека? Говори.
Извинись. И ничего не будет. Я был неправ. Три маленьких слова. Если ты скажешь три этих маленьких слова, ничего страшного не случится. Я был неправ. Всего три слова. Иди нахуй. Советую тебе подумать. Хватит нести ерунду, вали отсюда нахуй. У каждого есть своя жизнь. Ты ответишь? Нет, это не важный звонок. Хочешь кофе? Нет, спасибо, я скоро пойду. Иди сюда. У тебя расстроенный вид. Что случилось? Ничего. Знаешь, я скоро перееду. Я продам этот дом. Знаешь, чем ты мне нравишься? Тебе плевать на то, что думают другие. Это интересно. Я раньше думал, что ты слишком молода для меня, но я все равно приезжаю к тебе, как сегодня. Все равно хочу видеть тебя. Этим ты мне нравишься. Как ты думаешь, в чем тут дело? Молодость тоже подарок. Чем больше тебе лет, тем меньше в тебе терпения. Говорят по-филиппински.
Альма. Госпожа. Эльма. Госпожа. Госпожа. Альма. Госпожа. Альма. Госпожа. Господин Ким. Ну и ну. Что такой славный парень, как вы, делает в таком месте? Да, облажался ты по-крупному. Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Черт. Ах ты сволочь. Не трать время, прикончи его и все. Как же это мерзко. Куда делся крутой мистер Ким? Улыбайся, ты же профи. Улыбнись. Улыбнись. Мы никогда вам этого не простим. Ты вообще не представляешь, что происходит. Голову не поднимать, сука. Почему ты так сделал? Почему не позвонил мне? Это на тебя не похоже. Так в чем дело? Не хочешь говорить? Хочешь, чтобы все кончилось, так? Так уж устроен наш бизнес. Тут никто не виноват. Мир — забавное место.
И знаешь что? В этом мире люди ни хрена не значат. Никто не знает, что будет дальше. Что ты хочешь сделать? Расслабься, не дергайся. Господин Мун. Слушаю, босс. Да, хорошо. Наш босс дает тебе шанс. Почему смолчал? Почему ты так облажался? Я подумал, что если они больше никогда не увидятся... Продолжай. Если они сдержат свое слово... Я думал, что так будет лучше всего. Нет. Дело не в этом. Назови мне настоящую причину. Скажи мне честно. Ты это... Из-за нее, да? Что? Не можешь сказать? Дай трубку Муну. Да, босс. Да. Да. Да, хорошо. Держите его за руки. Пустите меня. Тащите его сюда. Пустите. Что вы делаете? Пустите. Пустите. Мун, послушай. Слушай, Мун. Мун, послушай. Не делай этого. Твою мать. Не делай этого. Держите крепче. Нет, Мун. Нет, Мун. Мун. Мун, не надо. Не делай этого. Мун, не надо. Не делай этого. Ты... Ha ha ha!
Яма, что ли, слишком мелкая? Все равно поздравляю. Ты выжил? В сумке подарок для тебя. Открывай. Не смей играть с чужой жизнью. Кретин. Хочешь быть крутым до конца? Ну, давай. Так круто. Делай, что я тебе велю. Он говорит, что у тебя есть 15 минут. Позвони ему, как только решишь, что должен сказать. Помнишь, что случилось с Йонгдуком? Ты, наверное, сказал ему что-нибудь такое. Назад дороги нет. Просто смирись. И раз перерезал ему запястье. Это было потрясающе. Потрать эти 15 минут с умом. Не разочаруй босса. Ты обязан ему своей жизнью. Да. Наверное, теперь они копают яму в три раза глубже той. На. Придурок. Да. Я понял. Ты попросил прощения? Черт.
Вот значит, как все кончилось. Счастливая ты сволочь. Давай сюда. Это что? Батарея. Где батарея? Все, хорош копать. Вот это. Мы облажались.
Игорь, Никита. Мало того, что они учудили раньше. Они похуже нас будут. Похоже, у вас много гостей. Да. Он опять хочет показать себя. В общем, я слышал новости. Я в курсе. Как такое случилось? Долго рассказывать? Долго? Вам надо было с самого начала предоставить это дело нам. Простите, ляпнул, не подумал. Нет. В основном виноват я. Если молоток легкий, гвоздь вылезет обратно. Что ж, давайте на чистоту. О чем вы хотите нас попросить? Много лет назад у меня работал один умный молодой человек. Однажды я отдал ему простое задание. Наверное, он решил, что это пустяк. Он допустил ошибку. Сейчас мне кажется, что это была не такая уж серьезная ошибка. Я мог просто отчитать его и забыть об этом. Но этот парень был странным. Он не хотел признать свою вину. Он сказал, что не сделал ничего плохого. Возможно, он был прав. Это могла быть моя вина. Но мы существуем семьями. А для чего нужны семьи? Если босс говорит, что ты не прав, значит, ты не прав. Даже если ты на самом деле ничего такого не сделал. И на этом ставится точка. Но тот парень потерял свою руку. Однажды утром жизнь одного многообещающего парня оборвалась. На этот раз одной руки будет мало. Слушаю. Сейчас. Господин Минги. Слушаю. Да. Хорошо. Да, президент Вон. Вам не кажется, что уже достаточно? Ну как ты? По мне не видно? У него ведь была хорошая репутация. А вы? Ваша репутация вам соответствует? Зачем вы это делаете? Пожалуй, я ошибся в нем. Что ты будешь делать? Не знаю. Причины уже не имеют значения. Я, правда, не знаю. Пожалуй, я все равно покончу с этим. Я доведу это дело до конца.
Да. Кто там? Сначала покажи деньги. Слушай, с этим красавцем проблем не будет, а? Посмотри на него. Вода, Джуди. Узнай, кто он такой. Зачем это тебе? Вам обязательно нужно это знать. Если мы не будем уверены, мы не продадим, сколько бы ты ни заплатил. Сделка будет или нет? Сука, то он, блядь, на ментовку работает, а? Точно же на ментов, а? А чему кричишь, прямо на чателло? Успокойся. Как делать теперь-то? Так, скажи ему, пусть завтра придет 4. С деньгами! Вяй, если ты еще раз придешь. Слушай, блядь, придурок, ты меня сейчас по имени назвал. Ты идиот, блядь. Мы с тобой договорились, никаких имен. Я тебя сейчас могу назвать, тебе нормально будет, а? Долбоеб ты, блядь. Тебе нормально будет, ты долбоеб нахер. Долбоеб? Конечно, ты, блядь, долбоеб, конечно. Ай, я сигал, синтеон! Ну-ка, сука, иди сюда. Там трабан. Подними стекло. Подожди, блядь, подожди, ну. Подожди, блядь. Ладно, ладно. Мудак, мудак. Убирайся туда, откуда приехал. Чего ты здесь забыл? Нет от тебя толку. Я вот ра. Завтра приходи сюда к 4. Приходи один. За тебя есть кому поручиться? Мы ничего тебе не дадим, если не будем уверены в тебе. К завтрашнему дню найди того, кто за тебя поручится. Ладно, до завтра. Держи. Твою мать. Давай вперед смотри. Замолчи, замолчи. Не знаю я этот номер. О, бегу! Бегу, бери, смотри, бля! Твоей морды я раньше не видел. Кто, говоришь, тебя направил? Меня познакомил с вами президент Хан. Президент Хан? Какой из ханов? Он говорит, хан из Гюнсана. Хан Саншик. Какие у вас отношения? Он поставляет нам русских танцовщиц. Ночной клуб. Да. Понятно. Но зачем тебе наш товар? Я просто исполняю приказ, подробностей я не знаю. Что у тебя с лицом?
Ты уже пользовался таким товаром? Да. Где? Я был телохранителем. Так ты новичок. Им буду пользоваться не я. Пушку разбирать умеешь? Приходилось. Ну-ка, принеси сюда ствол. Ты такой, когда-нибудь видел? Ты, наверное, не пользовался таким. Сделано в России. Самая лучшая модель. Стечкин. Стечкин. Пистолет-пулемет Стечкин. КГБшники им пользовались. Деньги принес? Погоди. Пожалуй, нам тебя сперва нужно проверить. Я же вам уже все сказал. Я тебя слышал, но я хочу послушать, что скажет Хан Сангщик. Позвони Хан Сангщику. А на обратном пути захвати скорострельные магазины. Это быстро. Хочешь, я научу тебя пользоваться им, пока мы ждем? Так, смотри и делай, как я. Учись, чтобы других научить. Вот так. Видишь? Быстрее, быстрее. Теперь смотри внимательно. Сначала откручиваешь вот это. Затем заталкиваешь это вверх и внутрь. Полегче. Теперь вставляешь магазин. И бах-бах. Просто, да? Попробуем еще раз. Давай. Ух ты, упрямая. Вот так, вот так. Сейчас мы узнаем, внимательно ли ты смотрел. Они обещали сейчас перезвонить. Ладно, ладно, погоди. Парень, смотри, смотри. Начнем одновременно. Когда я, тогда и ты. И без пуль. Ты готов? Раз, два, три. Твою мать. Слушаю. Ну? Кто? А, Хан Сангщик. Господин Хан. Вы ко мне кого-нибудь присылали? Ну, этого, посыльного вашего. Нажрался.
Привет. Ты чего трубку не берешь? Тебя нет? Я только что приехал. Везу тебе товар. Буду примерно через час. До скорого. Хватит пялиться на меня, звони президенту Бэку. У меня мало времени. Ну ты где? Давай скорее. Ты сказал на катке, да? Я здесь уже столько жду. Блять. Позвони мне, как только получишь это сообщение. Блять. Блядский холод. Не ожидал? Думал, больше меня не увидишь? Улыбнись. Будем профессионалами. Я подумал. У многих людей есть скверные воспоминания. Воспоминания, которые нельзя стереть, как ни старайся. Но хотя бы можно стереть следы, в смысле людей, из-за которых возникли эти воспоминания. О чем ты говоришь? В жизни полно всякого дерьма. Что ты ведешь себя как ребенок? Я просто говорю, что ты мое скверное воспоминание, и я... Ладно, забудь. Позволь спросить тебя. Зачем ты сделал это со мной? Ах ты... Как же тебе... Ну... Понимаешь, сунгу. Получи, сволочь. Вот дерьмо-то. Сука ты. Ты меня за любителя принял? Ты чего? Что с тобой? Так нечестно? Несправедливо?
Ты не просёк, с чего все это? Ты все не там ищешь. Не надо было тебе приходить ко мне. Видишь? Жизнь — это страдание. Ты не знал? Встань, встань. Я преподам тебе урок. Вставай. Поднимайся. Поднимайся. Погоди, погоди. Нет, погоди. Блядь. Ты сука. Что это было? Добрый вечер. Господин, вы не слышали какие-то хлопки? Это из жизни вырвали кусок. Чего? А, ну да. Сейчас все непросто. Всем сейчас тяжело. Холодает. Зима уже скоро. Жизнь не подарок. А политики что с нами делают? Из-за этих новых полос только для автобусов стало труднее попасть в центр. Вы представляете? Господин, в центр, пожалуйста. Хорошо. Вы не с тем связались. Будьте осторожны. Связывайте скорее. Телефон мне. Что? Дай мне телефон, идиот. Я много говорить не буду. Ты виделся с Сунву? С господином Кимом? Да, с управляющим Кимом. Ты в последнее время его не видел? Где он? Ну откуда ж мне знать? Привет, Мия. Я уже еду. Конечно. Один пропущенный звонок. Ким Сунву. Уходите. Скорее. Ну, шевелитесь. Частное такси. Я буду внизу. Позовите меня, если что.
Игоя. Вот. Кэ сарам игонман надуго габоресо. Какой-то человек принес это и ушел. Как я до этого дошел? Все хорошо. Все хорошо. Монсук. Ну я. Кто здесь? Вам сюда нельзя.
Давай обойдемся без шума. Я его кучею. Это мой финиш. Мне больше некуда идти. Но ты правда хочешь зайти так далеко? Зачем вы так со мной? Скажите. Зачем вы так со мной? Ты оскорбил меня? Нет, дело не в этом. Назовите мне истинную причину. Говорите. Я много об этом думал. И до сих пор не понимаю. Скажите. Как мы дошли до такого? Скажите. Вы правда собирались убить меня? Вы правда этого хотели? Я вам как пес служил. Целых 7 лет. Скажите хоть что-нибудь. Что угодно, говорите. Скажи мне, что на тебя нашло? Все дело в ней? Остановись. Время же нельзя повернуть вспять.
Алло? 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 Слишком жестоко.
Однажды ночью, поздней осенью, ученик проснулся в слезах. Учитель спросил своего ученика: «Тебе приснился кошмар?» «Нет». «Тебе приснился печальный сон?» «Нет». «Мне приснился счастливый сон». «Почему же ты так горько плачешь?» И ученик тихо ответил, утирая слезы: «Потому что мой сон не может стать явью.